В Бобруйске внесены корректировки в работу общественного транспорта. Речь об автобусе 18Б и троллейбусах номер 2 и 3. Движение будет отменено по улице Шины на участке от Минской до Сикорского. На этом отрезке транспорт перестанет ходить в среду с 8:30 вечера до 4:30 утра четверга. Это связано с производством строительных работ. Дополнительно пустят другой транспорт. Подобное расписание на сайте горисполкома. В Бобруйске проведут прямую телефонную линию. Она пройдет в субботу с 9 до 12. Задать интересующие вопросы можно будет руководству горисполкома и администрации районов. Телефоны для связи на ваших экранах. В Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. С 1 ноября он составит 258 рублей 11 копеек. Это на 0,8% выше предыдущего уровня, который действовал с августа. В связи с этим также вырастут пособия, социальные пенсии, доплаты и надбавки. В Бобруйске и Могилеве неизвестные установили проволоку на железнодорожные пути. Об этом сообщили в МВД Беларуси. За подобные действия грозит административная ответственность, а в случае серьезного ущерба – уголовная. Сейчас милиция устанавливает личности злоумышленников. Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь» пройдет в Могилевской области со 2 по 30 ноября. Движение разделит на 4 этапа. О правилах безопасности спасатели расскажут в общественном транспорте, на предприятиях, в учреждениях образования и здравоохранения.